Добрый день, с вами снова я, Олег Демешкин, и мой сын Евгений. Этим летом практически не занимались вездеходами. И сегодня я хочу поговорить с вами не о вездеходах. Весной поступил мне заказ на изготовление памятника труженикам тыла. Этот год, все вы знаете, посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. В нашем поселке находится завод противопожарного оборудования, который в годы Второй мировой войны переехал из Торжка сюда, к нам, в Аргаши. Буквально за 100 дней произошла эвакуация. И вместе с заводом, конечно, приехали люди, которые поднимали этот завод, работали практически под открытым небом, точили болванки для снарядов, ковали нашу победу. Когда изготавливался этот памятник, буквально вот на этом месте, ко мне приходили очень много людей. И вот, глядя на эту работу, исчезали какие-то диванно-кухонные настроения. Это очень сильно запало мне в душу. Я тогда подумал, вот именно в этом сила русского человека. Поставили мы памятник 3 сентября, приурочили эту дату к окончанию Второй мировой войны. Ну, теперь пару слов о вездеходах. Никто про них не забывал. Ребята тут потихоньку, конечно, под моим руководством кое-что делали. И за это время, надо сказать, все мысли пришли в систему. Значит, скажу, что первая, вторая, третья модель уйдет в историю. Китайских двигателей больше не будет. Есть только желающие не захотят. Гусеница изменится, ходовая изменится, трансмиссия изменится. Вездеход будет состоять из основных двух частей. Это лодка и кузов на разных шасси. Пока я думаю так, может, что-нибудь передумаю. Всем спасибо, до свидания.